Мої вітання усім глядачам та підписникам. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Ігор Яковенко, російський опозиціонер, журналіст, соціолог, громадський діяч. Ігор Олександрович, привітствую. Здравствуйте, Олена. Я традиційно закликаю наших глядачів до активності, підтримувати це відео своїми вподобайками, тематичними коментарями, поширеннями. Так само, якщо маєте якісь питання, теж можете під відео їх озвучувати. Будемо знати, які теми цікаві саме вам. Ігор Олександрович, хочу з вами обсудити в началі нашої бесіди соціологію. Исследовательский проект «Хроники» провел опрос россиян, в ходе которого выяснил, что даже те, кто заявляет о поддержке Путина, хотят вещей прямо противоположных тому, на что сейчас ставку делает Кремль и Путин. Итак, значит, «Медуза» опубликует это исследование. И что оно показывает? Респонденты, которые выражают одобрение деятельности Путина, 83% вот из них – заявили, что хотят, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах. 61% выступает за заключение мирного договора с Украиной со взаимными уступками. И 43% говорят о том, что России нужно восстанавливать отношения с Западом. Как вы вот прокомментируете такие цифры, как социолог, насколько они действительно могут отображать ту картину, которая сейчас в РФ? Вы знаете, ну, здесь несколько соображений. Первое – это очень высокий уровень недоверия к любым опросным методикам социологическим в условиях тоталитарного фашистского режима. Но это базовое состояние, которое мы вынуждены фиксировать, потому что, ну, понимаете, опять-таки, даже сам факт упоминания в вопросе Путина ставит человека в, или там отношение к войне, например, ставит человека в довольно сложное положение. Известно, например, случаи, когда за неправильный, по мнению власти, ответ на вопрос по отношению к войне человека отправляли в тюрьму. Просто человек принимал участие в уличном опросе и неправильно ответил с точки зрения власти, высказался что-то против войны. И оказался в тюрьме. И поэтому, и более того, люди же понимают, в какой стране они живут, и поэтому очень многие отказываются от участия в вопросах. То есть к человеку подходит интервьюер, пытается ему задать вопрос, он человек говорит, нет, я не хочу. И таких очень много. И поэтому вообще в целом доверие к опросным технологиям социологическим, оно весьма невысокое. Это вот первое, что я могу сказать. Второе. В данном случае я поддерживаю вот такой подход, который при всех оговорках вообще о общем недоверии к опросной технологии. Ну, слушайте, достаточно представить себе, давайте мысленный эксперимент. Идет 42-й год, 1942 год, и, скажем, на улицах Москвы спрашивают, как вы относитесь к политике Сталина, или там 38-й год, как вы относитесь к политике Сталина. Ну, понятно, ответы. То есть, или там тот же самый 43-й год, как вы относитесь к тому, чтобы на улицах Берлина, например, идет опрос по поводу, значит, заключения мирного договора со странами антигитлеровской коалиции. Ну, как вы думаете, можно такой опрос провести без риска для жизни и без риска для респондентов? Ну, абсурдно, согласитесь. Разница есть, но она незначительная по отношению к, если сравнивать нынешнюю ситуацию в России и ситуацию в сталинском СССР или в гитлерском рейхе. Она есть, но она не очень значительная. И там подобного рода опросы, просто тогда так развита не была социология, тем более в Советском Союзе она вообще считалась буржуазной лженаукой, да и в гитлеровском рейхе тоже это было не принято. Но, в принципе, общая, так сказать, позиция именно такая. Что же касается этого вопроса, то, пожалуй, что можно действительно зафиксировать. Главное, что в этом опросе есть, это то, что люди, которые поддерживают или там говорят о том, что они поддерживают Путина, они в данном случае
поддерживают просто некий миф о Путине. То есть они поддерживают миф. Опять-таки общественный миф, который существует в средствах массовой информации. Но не, так сказать, деятельность человека. То есть на самом деле, если брать действительно то, чего хотят люди, то они хотят, конечно, явно не того, что делает Путин. То, что последние годы делает Путин, ну и, собственно говоря, не только последние, а все 24 года, что он у власти, он, конечно, делает то, чего люди, в общем-то, не хотят. И это большая сказка о том, что большой миф тоже о том, что вот, так сказать, Путин делает как раз то, чего хочет народ. Ничего подобного. Народ, это сказка о том, что народ страстно хотел войны, потому что на самом деле, ну да, поддерживают, оказались втянуты в эту войну и стали соучастниками, стали преступниками. Очень многие люди, которые поддерживают Путина, безусловно, являются соучастниками. И здесь это безоговорочный факт. Но то, что, так сказать, в результате этой преступной, но еще и не только преступной, но и авантюрной войны, потому что, безусловно, была громадная политическая, не только преступление, но и авантюра. Большинство, практически все население, за очень редким исключением, стало жить хуже. Естественно, ухудшения своей жизни люди не хотят. Естественно, когда война постепенно начинает приходить в Россию, она постепенно еще, пока краешком, но начинает приходить в Россию, естественно, люди это на себе чувствуют, и они, естественно, не рады этому. Поэтому, ну, это классический вариант, это классическое несовпадение. У очень многих людей в одной и той же голове существуют противоречия. Вот они готовы голосовать даже за Путина, готовы его поддержать. Это не такое большинство, как сейчас принято говорить, но у Путина есть действительно такой ядерный электорат. Сколько он? Это отдельный вопрос, довольно серьезный. Кто-то говорит, что вот ядерный именно электорат – это 30%. Ну, а плюс безразличные, те, кто из конформизма поддерживает, ну, здесь мы можем получить и 70%, и 80%. Но среди этих людей есть огромное количество людей, которые не согласны с конкретными действиями Путина. С продолжением войны, с милитаризацией экономики, с тем, что на сегодняшний момент уже порядка миллиона граждан России либо лежит в украинском черноземе, либо превратились в инвалидов. Не согласны с тем, что Путин за время этой войны помиловал десятки тысяч уголовников, насильников, убийц, и они выходят на волю, и на сегодняшний момент статистика Верховного суда показывает двукратный рост изнасилований, многократный рост тяжелых преступлений, организованных в составе организованной преступной группы. То есть это все так называемая вот эта новая элита Путина, а он именно так называет людей, которые прошли эту преступную войну, она возвращается к себе домой, совершает преступление. Можно ли считать, что это то, что поддерживают граждане? Конечно, нет. А это одно из проявлений путинской политики. Можно ли считать, что граждане поддерживают то, что у нас на сегодняшний момент в России нет больше нормальных качественных автомобилей, например, ну вообще товаров такого потребления широкого. И вместо этого в основном идет китайский ширпотреб. То есть это явное ухудшение уровня и качества жизни. С этим люди согласны? Нет, конечно. Конечно, не согласны. Но в то же время отсутствие причинно-следственной связи, что все это и есть Путин. И даже те, кто поддерживает Путина, они отрицают последствия его политики. Вот это, ну, это обычное противоречие в головах людей. Такое бывает. В условиях путинского фашизма это противоречие фундаментальное в головах людей приобретает массовый характер. Приобретает характер такой своеобразной социальной шизофрении. Когда вроде с одной стороны поддерживают человека и категорически не поддерживают его политику. Ну так бывает. Так бывает прежде всего в странах, где люди не имеют воздействия на политику. Потому что когда в стране есть обратная связь, то это вот внутреннее противоречие, оно сводится к минимуму.
Оно есть и во всех странах, оно есть и в Соединенных Штатах Америки, когда люди поддерживают личность, но не поддерживают результаты ее деятельности. Такое бывает. Но еще раз подчеркиваю, в странах со сменяемой властью, в странах, где действительно существуют выборы, это противоречие, оно сводится к минимуму. А в России оно занимает головы подавляющего большинства граждан. Игорь Александрович, появилась новость о том, что в России, а именно в Перми, подожгли офис «Единой России». Две женщины это сделали, их пока разыскивают, не поймали, но вот пожар ликвидировали. Роспропаганда об этом сообщила. Я сразу вот вспомнила, в прошлом году были такие достаточно обоснованные некоторыми экспертами прогнозы о именно женском сопротивлении, женских бунтах, которые будут набирать массовости, оборотов, и вот этого якобы боится Кремль. Ну вот не произошло. Даже тут, вот в этом инциденте фигурируют две женщины, то есть не два десятка. А почему так произошло? И то, что прогнозы, которые были весьма обоснованы и приводились достаточно веские аргументы, они фактически никак вот не реализовались на практике. Ну, сначала я скажу об аргументах, которые в пользу того, что протест имеет женское лицо. Это связано прежде всего с тем, что мужчины в условиях воюющей страны, они находятся в группе риска. И протестующий мужчина – это человек, который подвергается двойному риску. С одной стороны, он рискует, как и любой гражданин, вне зависимости от гендера, значит, попасть в тюрьму. А с другой стороны, в отличие все-таки от женщин, здесь еще риск быть немедленно отправленным на войну. То есть, поэтому, конечно же, так сказать, мужчины вынуждены быть более осторожными, и в данном случае женщины действительно выходят вперед. Но почему это все равно не носит массовый характер? Ну, потому что на самом деле произошла тотальная зачистка. Значит, все там организации, понимаете, не существует протеста без организаторов. Ну, то есть, бывают стихийные протесты, но все равно они получают жизнеспособность, если есть какой-то организатор. А все организаторы либо сидят, либо за границей. Ну вот нельзя сегодня назвать ни одну организацию, которая в состоянии, значит, как-то послужить катализатором массового протеста, которая не была бы либо выдворена за рубеж, либо названа там нежелательной организацией. Все поголовно участники этой организации являются иноагентами и так далее. То есть на самом деле вот отсутствие, полная, тотальная зачистка политического и гражданского поля является главной причиной того, почему в России протесты носят такой разовый, эпизодический, очень слабый характер. Глава Ростеха Чемезов говорит о том, что российской промышленности коллапс угрожает. Говорит он, что проблемой для производственного сектора сейчас становится резкое повышение ставок по кредитам, которые съедают всю прибыль и не позволяют инвестировать. И, мол, цитата, если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас большинство предприятий станут банкротами. Как считаете, с чем такое заявление связано? Насколько это может ударить по российскому ВПК, если действительно таково положение дел? Или это просто сейчас желание Чемезова, чтобы больше инвестировали, больше денег ему давали, и все, которые можно будет потом раскладывать по карманам, как это обычно происходит? Я думаю, что это конкуренция за бюджетные деньги, потому что ВПК находится в очень привилегированном положении. Здесь и так уже по разным параметрам, если учесть еще и закрытую часть бюджета, если учесть те, так сказать, платежи, которые, так сказать, являются скрытыми, латентными, то есть какие-то деньги, помимо гигантского официально раздутого военного бюджета, есть еще и скрытая его часть, подводная часть. Поэтому я думаю, что ничего, по крайней мере, ну, вот очевидного
ВПК России не грозит, а вот эта вот публичная истерика Чемизова – это попытка каким-то образом, так сказать, оторвать еще больше кусок от финансового пирога. То есть я думаю, что здесь всерьез рассматривать его жалобы на то, что там ВПК российский умирает, я бы не стал. Игорь Александрович, каковы у вас впечатления от саммита БРИКС? Приезд Гутьерреша на этот саммит. Некоторые говорят о подыгрывании Путина, о том, что таким образом Путин может говорить о усилении своих каких-то политических позиций. Но, тем не менее, вот эта вот декларация, которая была презентована 23 октября, по мнению американских аналитиков изучения войны, говорит о том, что никакие свои позиции Россия не укрепила. И никаких результатов не добилась фактически. Вы знаете, что касается Гутьерреша, то я думаю, что это просто факт в биографии нынешнего генсека Организации Объединенных Наций, который просто свидетельствует о том, что он перешел, вопреки, так сказать, своему статусу, он перешел просто на прямое обслуживание преступного режима Путина, ну и в значительной степени на прямое обслуживание одной из частей мира, а именно того, что называется глобальный юг. То есть, ну, это тот такой прискорбный факт, когда, так сказать, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций перестает быть генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и становится на одну сторону, то есть вот в таком глобальном противостоянии. Ну, достаточно прискорбный факт, но в конце концов это, помимо всего прочего, еще конкретный человек с конкретным биографией и с конкретной репутацией. В данном случае он свою репутацию, как мне кажется, уронил ниже плинтуса. Точка. Я не думаю, что это требует какого-то большого разговора. Человек просто-напросто сжег свою репутацию. Что касается более серьезного вопроса, это что такое этот очередной саммит БРИКС, я думаю, что здесь очень многие уже сравнили его с поведением одного из героев пьесы «Бесприданница» Карандышевым, который устроил на последние деньги устроил большой банкет для важных гостей, но эти гости, так сказать, пили, ели за его счет, и в конечном итоге, так сказать, его же, собственно говоря, и унизили. Ну, особых унижений публичных для Путина тут не было, хотя, в общем-то, отказ целого ряда очень важных гостей приехать, это было достаточно заметно. То есть это отказ принца Саудовской Аравии приехать, и отказ, значит, президента Сербии Вучича, причем публичный отказ, откровенный. Это и целый ряд. Ну, например, тот же самый Моди не дождался окончания саммита и уехал, потому что у него была намечена встреча с Шольцем. То есть он саммит этот подвинул, в его, так сказать, графике саммит по важности уступает место встречи с одним из европейских политиков. Ну, а самое главное, это то, что, конечно, никакие планы Путина по созданию альтернативной валюты, по созданию альтернативной системы платежей, они не только не реализовались, они даже толком и на повестку-то не были поставлены, потому что все понимают, что это бесполезная затея. Не удалось сделать саммит несколько политически заостренный, ну, там, я не знаю, не говоря уже о каком-то там аналоге НАТО, до этого вообще никогда не дойдет. Потому что представить себе, что БРИКС превратится, так сказать, в военно-политический блок, невозможно от слова совсем. Там просто диаметрально противоположные интересы. У Индии с Китаем, у Саудовской Аравии с Ираном, ну и так далее. Поэтому, да более того, даже выстроить БРИКС как некий противовес Западу тоже не удалось. Потому что для очень многих, для практически большинства участников БРИКС, участников этого саммита, вообще вопрос о
об отказе от доллара, от замене его на какую-то другую валюту не стоит. Потому что все они... Самое смешное, вот очень смешной эпизод был действительно такого унижения Путина. Они ставят, вроде как Путин ставит задачу дедолларизации мира. И в то же время на этом саммите, поскольку не работали карточка виза, не работали системы международных платежей, ну, поскольку SWIFT в России заблокирован, то было объявление и предупреждение всем членам, участникам этого саммита, запастись наличными, значит, в евро и доллары. Понимаете, саммит, который ставит задачу избавиться от евро и доллара, он, тем не менее, призывает своих участников запастись именно евроми и долларов. То есть нет, чтобы сказать, ну, если у вас там есть какие-то лишние юани или там, я не знаю, еще какая-то валюта с развивающихся стран юга, ну, пожалуйста, запаститесь своей валютой. Нет, евро и доллары. Поэтому я думаю, что, так сказать, никаких, ну, пиаровское наполнение было. В плане пиаровской части, то да, наверное, Путин смог создать какую-то картинку, когда вот он в окружении мировых лидеров, так сказать, чего-то там говорит. Ну и все. То есть это немножко напоминает такого тщеславного подростка, который пытается сделать селфи с там, известным игроком, там, хоккеистом или футболистом. Вот примерно это. Так что я думаю, что никаких целей, которые ставил, кроме пиаровских, которые ставил перед собой Путин, ему достичь не удалось. На минувшей неделе издание «Политика» написало о том, что якобы вот на этой неделе могут внести Россию в черный список ФАК. И вот 22 октября международная группа по противодействию отмыванию денег Россию включить в этот черный список не смогла. Как считаете, почему? Ведь членство в ФАТ с прошлого года России приостановлено. Вы знаете, здесь вот в чем проблема. Дело в том, что все-таки значительная часть западного истеблишмента, она все-таки воспринимает Россию как глобального игрока и поэтому старается не ссориться. То есть, ну, слушайте, вот возьмем другой факт. Например, то, что канцлер ФРГ господин Шольц намерен, по-прежнему намерен добиваться разговора с Путиным. Возникает вопрос, неужели за все это время не стало понятно, что Путин не является собеседником? Путин – это беда, с которой надо бороться, но пытаться договориться о чем-то с Путиным можно только в том случае, если его армия будет разгромлена, сам он будет, так сказать, находиться в военном плену и отвечать на вопросы прокурора. Ну вот в таком ключе Путин может быть собеседник. О чем-то разговаривать с Путиным, тем более, что разговаривать в том числе и канцлер ФРГ собирается о проблемах Украины. Но неужели непонятно, что об Украине без Украины не бывает. Ну или если бывает, то это просто пустой треп. Поэтому вот, ну вот разговор, так сказать, который намерен провести Шольц с Путиным. Это доказательство некоторой проблемы, скажем так, некоторого ремейка Чемберлена и Даладье. Вот эти два персонажа, которые отличились в ходе Мюнхенской сделки, которая, безусловно, внесла свой вклад в возникновение Второй мировой войны. Вот этот ремейк Мюнхенского сговора, мне представляется, сегодня воспроизводится в выступлениях, в том числе Шольца, в том числе целого ряда других лидеров западного мира, которые не понимают, какую угрозу несет миру путинский режим, и которые в принципе не понимают, что Путин не является собеседником. Но только в случае, так сказать, вот окончания его власти, в случае предстания его пред судом. Во всех остальных случаях говорить с Путиным просто не о чем.
Игорь Александрович, благодарю вас за интересную беседу, за то, что всегда находите время и возможность своими мыслями делиться с нашей зрительской аудиторией. Очень рада вас видеть на нашей YouTube-платформе. Берегите себя и до скорых встреч. Спасибо. Взаимно. До встречи.